Последние моменты перед главным событием. Совсем скоро Ксения и Евгений станут мужем и женой. Скрыть волнение невозможно. С минуты на минуту появится невеста. А пока своими эмоциями делятся родные и близкие. Это событие мы ждали, почти 6 лет. Вот в августе будет 6 лет. Мы учимся. Нам нужно закончить институт. Закончили один институт, второй институт пошел. Потом армия у Жени. Вовремя. Вы просто своевременно так появились на нашем пути. Поэтому большое вам огромное спасибо. Он принял решение. Я очень рад. Надеюсь, что и также дальше в жизни он будет принимать правильное, верное решение. И самое главное – любить свою молодую жену. Итак, гостей приглашают занять свои места. А это значит, что наступил долгожданный момент. Жених в ожидании, рядом его близкие друзья. Затем выходят подружки невесты. Еще мгновение – и появляется Ксения. Всю свою любовь, всю свою нежность несет она сегодня сюда. Друзья, ваши несмолкаемые овации. И вот настал момент сказать друг другу самые главные слова. Является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Я прошу ответить вас, жених. Да. Я прошу ответить вас, невеста. Знак нерушимости вашей любви. Знак бесконечности вашего союза. Знак самых-самых искренних и добрых ваших намерений обменяться вас символом древним, простым, но от этого вечным, обручальными кольцами. А потом слезы радости, поздравления, подарки. Впереди праздничная программа. А пока первые совместные фотографии в статусе мужа и жены. Безумно счастливы, рады. Наконец-то это случилось. Ура! Ура! Слова поздравлений звучали весь праздничный вечер. С подарками и пожеланиями пришли и представители генерального партнера проекта «9,5 месяцев», компания «Ренессанс Актив», а также туристическое бюро «Гуама» и «Восточный банк». Организаторы проекта «9,5 месяцев», свадебная студия Ксении Марченко и «8 канал» тоже поздравили молодоженов. И, конечно, все гости торжества с удовольствием попробовали праздничный торт от компании «Воздух Бейкери». Свадебные гулянья продолжались до самого утра. Я им желаю только счастья, любви, понимания, благополучия, чтобы они держались друг за друга все долгие свои годы жизни. Ой, мне обалдеть, как нравится эта пара. Даже не знаю, как выразить это. Эмоции меня переполняют. Раз, два, три, полетели! Анна Бережная, Руслан Мартынычев, новости на 8.